Россия может поставить вопрос в Совете безопасности ООН о санкциях против Турции. Постпред Российской Федерации в ООН Виталий Чуркин заявил, что в Совете безопасности может быть поставлен вопрос о введении санкций против Турции. В связи с проблемой контрабанды нефти террористическая группировка «Исламское государство», но пока решение об этом Москвой не принято. Теоретически, конечно, применение санкций по отношению к Турции возможно, но мы живем в реальном мире. Вы же видите, что Турцию стало прикрывать НАТО в ситуации с нашим сбитым самолетом. Другие в кулуарах осуждают их за это, но публично стараются этого не делать, поэтому мы, исходя из реальности, должны прогнозировать, что может произойти, сказал Чуркин. Напоминаем, что в начале декабря Минобороны России предоставила материальные свидетельства того, что нефть, добываемая террористической группировкой «Исламское государство», попадает на территорию Турции.